советское время, еще когда был Советский Союз, музею это 85 лет, музей делал закупки, он покупал издания, он подписывал, периодика была. И вот эти вот все издания, они хранятся в библиотеке. Вот все, вот это вот все, экземпляры, это вся литература только с искусством. Конечно, очень понравилась книга. Не каждый день поддержишь такие редкостные издания, и не каждый день побываешь в музеях, особенно художественных. Жена и дочь. Ну, правда, по-моему, я как бы посмотрю. У меня вот оно руки.